Ежегодно фондом АТР АЭС и концерном Росэнергоатом проводится форум-фестиваль «Созвездие городов АЭС». В этом году мероприятие проводилось онлайн. Съемочные группы и команды блогеров проекта побывали в 12 атомных городах. Были сделаны презентационные ролики по каждому городу, а также итоговый фильм о фестивале «Созвездие городов АЭС». В рамках этого мероприятия проводился и конкурс «Лучшее муниципальное образование 2020 года». 24 декабря на заседании Совета фонда АТР АЭС стали известны победители. Первое место и приз 50 миллионов рублей завоевал городской округ Заречный. Второе место и приз 40 миллионов рублей получил город Десногорск. Третье место и приз 30 миллионов рублей отдано городу Курчатову. Однозначно, Десногорск 100% город будущего. Средства будут направлены на развитие новых городских проектов.